Наталья, Эдуард Васильева приветствуют вас из Сингапура. Если вы смотрите это видео, значит, очень скоро мы с вами увидимся на индивидуальной встрече. О чем пойдет речь? Для любого нормального взрослого человека не секрет. Есть 5 областей жизни, которые волнуют нас. Первое – это деньги. Второе – это здоровье. Третье – это семья, дети. Четвертое – это возможность реализоваться как личность. И пятое – это наличие свободного времени, заниматься любимым делом. И вот об этом пойдет речь на этой встрече. Как можно улучшить свою жизнь во всех 5 областях. А в каких-то, может быть, поднять уровень в разы. До скорой встречи.